Рифовый узел. Применение. Этот узел применяется при закреплении линем или кабалкой верхних шлагов швартова на кнехтах, концов тросов при завязывании штыков и других узлов, и во всех случаях, когда требуется надежный, но быстро развязывающийся узел. Выполнение. Рифовый узел завязывается так же, как и прямой. Концы связываемых тросов обносятся один вокруг другого. Однако один из ходовых концов узла вводится в соответствующую петлю, сложенным вдвое. Благодаря чему рифовый узел при необходимости может быть легко развязан.